I think for me the мужская сетка довольно открытая в этом году. Здорово видеть старичков в игре. Роджер Федерер, Рафа Надаль, плюс вернувшийся Джокович. Но еще это Уимблдон, где много молодых игроков, которые играют очень хорошо. Особенно на траве. Мне кажется, это будет самый захватывающий Уимблдон за последние 10-15 лет. Выделяется Саша Зверев, поскольку он обладает хорошей подачей. Он будет опасен на траве. Не думаю, что Уимблдон будет первым турниром большого шлема, на котором он победит. Думаю, у него больше шансов на других трех. Но он точно станет игроком, который заберется в этом году очень высоко.